В сезон гриппа и простуды пчеловоды уверяют, что лучшее средство по профилактике и лечению заболеваний – это мед. Лакомство обладает целебными свойствами и укрепляет иммунитет. О его полезных веществах в нашем следующем материале. С древних времен мед считался кладезем полезных веществ. Для того, чтобы выбрать лакомство, необходимо посмотреть на цвет, проверить консистенцию, густой или жидкий. И, конечно, попробовать. Мед с пергой очень хорошо для людей, кому сердце надо поддержать, спортсменам. Мед с прополисом – это очищает организм. Жидкий и твердый прополис – это природный антибиотик. Пчелиные соты рекомендуют для профилактики лор-заболеваний и проблем с деснами. Есть мед и с натуральными добавками. Мед с орехами благотворно влияет на нервную систему, улучшает настроение, очень большое количество витаминов. Пчеловоды Коломниковы и Тюрины более 20 лет содержат кочевые пасеки, поэтому ассортимент натурального меда огромный. Очень хороший мед, я донник беру, мне нравится, я его беру все время. Тамбовские пчеловоды уже не первый год приезжают в Тверь. Продукция пользуется большим спросом. Секрет прост – качество и разнообразие. Всего представлено порядка 30 сортов меда. Найти ярмарку можно по адресу бизнес-центр Тверь, Смоленский, 29, а приобрести лакомство до 1 марта.